парк «Виражи» открывает сезон. Теперь жители округа смогут прокатиться не только на велосипедах, но и на лыжероллерах. Светлана занимается в парке скандинавской ходьбой, а в этот раз решила освоить новый вид спорта. Ехать, конечно, тяжело, еще не получается, но у меня огромное желание научиться. Так что я думаю, что в следующий раз я уже тут буду гонять. Утро участники мастер-класса начинают с разминки и тренировки. Заниматься в парке комфортно и профессионалам, и любителям, даже новичкам. Новая локация имеет много преимуществ. Очень много плюсов, то есть хорошая природа, достаточно близко к населенным пунктам и замечательная трасса, просто, где можно использовать и кататься на велосипеде, кататься на лыжероллерах, с которыми наша задача познакомить всех жителей Одинцовского района и наших соседей, москвичей. Позаниматься спортом перед работой или прогуляться вечером – парк всегда готов принять посетителей. Специальные дорожки помогут спортсменам заниматься и в летний период, говорит руководитель дирекции парков Одинцовского городского округа. У нас есть воркаут, здесь в центре теперь есть кофейня, есть сервисный центр по обслуживанию инвентаря, ну и также бутик спортивной одежды. Но самое важное – природа. Это чистый воздух, это сосны, и такая приятная атмосфера. Прокатно-сервисный центр работает с 9 утра до 9 вечера. Здесь можно взять на прокат велосипед, лыжероллеры или прийти кататься со своим спортивным инвентарем. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».